С начала ноября в России вступили в силу новые законы. Рунет станет независимым. Интернет-операторы начали переходить на национальную доменную зону. Когда процесс полностью завершится, на Рунет нельзя будет влиять извне. А такая угроза есть. В истории даже были прецеденты. Так, американская компания Aiken 15 лет назад изъяла доменное имя Ливии, пропал с интернет-карты и Ирак. Это не единственный закон, который вступил в силу с 1 ноября. Так, микрофинансовым организациям запретили брать в качестве залога жилье. Теперь только нежилое имущество может быть залогом. Таким образом, государство защитило возможных должников. Ведь при невыплате кредитов они раньше могли лишиться квартиры. Автовладельцы теперь будут получать паспорт транспортного средства и полис ОСАГО в электронном виде. Бумажные документы уходят в прошлое. Правда, постепенно. Еще целый год электронный экземпляр будут дублировать и бумажным. Добавилось и штрафов. С 1 ноября водители большегрузов без тахографов будут наказывать. А еще досталось дачникам. Так, за борщевик на своем участке придется заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. А компании, которые закрыли глаза на заросли зонтичного растения, могут лишиться миллиона.